До нашої студії нового дня сьогодні завітали адміністратор фестивалю «Аніма» Анна Сафронова та практичний психолог, арт-терапевт Галина Рурик. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня. Хотілося б знову ж таки нагадати нашим телеглядачам про жіночий фестиваль «Аніма», коли він буде проходити і в чому його основна мета. Женский фестиваль «Анима» – это всеукраинский фестиваль, который проходит уже в 12 городах Украины на протяжении 7 лет. В этом году он впервые пройдет в Николаеве уже на этих выходных 10-11 июня в отеле «Рейкардс Ривер». В течение 2 дней у вас будет возможность посетить массы тренингов, массы позитивной информации положительной, окунуться в мир женщины, в мир вдохновения, женской энергии и мотивации. Впродовж 2 днів фестивалю на які тренінги можуть завітати наші телеглядачки, учасниці жіночого фестивалю «Аніма»? В течение 2 дней у женщин будет возможность посетить тренинги по мотивации, по ораторскому искусству, по сексологии, по психологии взаимоотношений. Это и эзотерика, код денег, это секрет вашего развития, то есть дата вашего рождения. Также будет по бизнесу мотивация, будет тренинг о запуске своего проекта, бизнес-проекта, первые шаги его. То есть это клондайк информации и полезных знаний. Кто может стать вашими участницами? Чи необходимо какой-то багаж знаний для того, чтобы прийти на ваши тренинги? Чи необходимо лише бажання и бажання для того, чтобы удосконалюватись? Наши тренинги может посетить каждая женщина, которая хочет развиваться, которая в поиске себя, в поиске мотивации, полезной энергии и которая хочет стремиться к развитию и быть интересной. Хотілося б до вас звернутися, пані Галино, щодо тренінгів, якої направленості ви будете пропонувати учасницям жіночого фестивалю? Я предлагаю тренинг для девочек, которые хотят немножечко отойти от тех общепринятых знаний, которые они до этого получали, потому что у нас зачастую или говорят о том, какая должна быть женщина, да, и делают ее идеальной, или наоборот, какая она не должна быть, и женщина теряется в этом вопросе. Поэтому я предлагаю немножечко похулиганить и подумать над тем, а какой все-таки мы можем быть, опираясь на свои ресурсы, узнавая, а какие у нас есть теневые стороны, надо с ними помириться, и вот тогда сложится наш целостный образ. Все-таки когда-то Поль Моро сказал, на цыпочках долго не простоишь, хватит притворяться, надо быть самой собой, и при этом идти вперед, развиваться, создавать хорошие отношения. И вот мы будем говорить 10 июня именно об этом. Хотілося б дізнатися, яким способом ви будете знаходити внутрішню частину темного «я» наших жінок і яким чином будете допомагати їм пізнати саму себе. Поскольку я сертифікований арт-терапевт і коуч-консультант, то з допомогою практичних методів, зараз їх розкривати не буду, ми будемо знаходити свої ресурси, сильні сторони, а наші маленькі слабості превращати в ще більші ресурси. А ось після вашого тренінгу, які знання зможуть набути ваші учасниці і яким чином вони їм допоможуть, можливо, у їхньому повсякденному житті, у їхньому побуті? Я думаю, что участницы, которые посетят мой мастер-класс, смогут увидеть себя, свои скрытые потенциалы и смогут воплотить их в жизнь, перестать прятать их и, наконец, начинать понимать, что в них уже заложено все самое необходимое. Просто нужно это увидеть, отточить и показать мир. Хочемо також ще більше дізнатися про це ваше направлення, по розкриттю внутрішнього «я» учасниць фестивалю, учасниць ваших тренінгів. Яким чином це проходить і наскільки жінки відкриваються і згодні на те, щоб змінити звичне уявлення про ідеальну жінку і стати трошки навіть, можливо, не ідеальною, але комфортною для себе? Ви знаєте, коли перед жінкою стоїть вопрос «бути ідеальною, але не собою», и, наконец, стать собой лучезарной, счастливой, то практически каждая из них хочет, наконец, расслабиться
и почувствовать себя нужной, важной, любимой, прежде всего, самой собой. Поэтому зачастую участницы даже на мастер-классе, да, это не просто тренинг, это мастер-класс, они готовы экспериментировать. Я создаю все условия, чтобы очень гуманно, аккуратно работать, потому что за 16 лет практической деятельности я понимаю, да, где границы человеческих сил и возможностей. Поэтому у нас будет такое легкое скольжение по теме женственности. Дуже багато буде проходити тренінгів, ваші учасниці зможуть відвідати лише 5 з них. Хотілося б зараз дізнатися, коли буде проходити саме ваш тренінг для учасниць, які зацікавились, для ваших майбутніх учасниць наших телеглядачів, щоб вони могли точно потрапити саме на ваш тренінг, на ваш майстер-клас. 10 іюня в 15:45, второй этаж Хмельной Патрик. Не просто так. Знову ж таки, хочеться нагадати нашим телеглядачкам, майбутнім учасницям жіночого фестивалю «Аніма», яким чином будуть проходити тренінги і як обрати ці 5 тренінгів, на які вони можуть потрапити. Тренинги будут проходить линейками. В течение дня у вас будет возможность из 15 посетить 5 на выбор, либо же какую-то трансформационную игру на ваше усмотрение. Линейка – это 3 мастер-класса, идущие параллельно в 3 конференц-залах Rakers River. Они на разные тематики, то есть нет такого, что только 3 по бизнесу, и вы не можете разорваться на 3 части, не знаете, что выбрать. В каждой линейке есть 3 разных направления. Каждая участница на регистрации получит каталог аниме, который несет информационную и функциональную часть. Информационная – это расписание фестиваля, в котором женщины могут посмотреть, на какую данную тему проходит сейчас мастер-класс и тренинг выбрать. Будет информация более развернута о тренерах и спикерах, для того, чтобы женщине было комфортно, откликается ли этот тренинг сейчас для нее или нет. И затем функциональная часть – это блокнотная, для того, чтобы каждая женщина имела возможность записывать то, что она хочет сохранить для себя и унести с собой. Вот, в таком формате. Ми знаємо, що ваші учасниці також зможуть отримати призи, і організатор фестивалю розповідали, що ті, хто прийдуть вчасно першого дня фестивалю, також отримують подарунки. Да, это такое поощрение, тиромотивация для наших женщин, для того, чтобы они пришли вовремя и максимальное количество тренингов использовали с пользой для себя. Действительно, у нас с 9:30 до 10 утра проходит регистрация, и те, кто приходит вовремя, получают небольшие сюрпризы от наших партнеров. А те, кто посетят заключительное мероприятие в конце второго дня с 18:30 до 19:30 в отеле Rakers River, они получат ценные призы и подарки от наших партнеров. Это и сертификаты в салоны красоты, это и скидочные карты, это разного рода мотивации, поощрения за такое вот мега-обучение. Дякуємо вам за те, що повідомляєте нашим миколаївським жінкам, як можна досягти дійсно гармонію у собі, як стати ідеальною для себе жінкою. Хочеться знову ж таки нагадати нашим телеглядачкам, у котрій годині та якого числа вони можуть завітати до жіночого фестивалю «Аніма». С 9:30 10 числа и 11 июня, с 9:30 до 18:30 у вас будет прекрасная возможность посетить мега-тренинг для женщин, зарядиться энергией, мотивироваться и просто окунуться в мир женского настроения, женской энергии и женского счастья. Приходите. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні до нашої студії завітали Анна Сафронова, адміністратор фестивалю «Аніма», та Галина Рурик, практичний психолог, арт-терапевт.